О том, что в детский дом поселка Новый приедут гости от 8 канала, ребятам рассказали заранее. Дети подготовились. Если кто и волновался, то скорее это была наша съемочная группа. Маленькие артисты нисколько не смущались. С подарками и сюрпризами 8 канал приезжает уже во второй раз. Многие из воспитанников нас узнали. Правда, мы некоторых из ребят увидеть так и не смогли. Мальчишки выпустились. Теперь они студенты и учатся во Владивостоке. Один у нас мальчик работает автомехаником у нас. Второй у нас работает мальчик, он у нас по компьютерам, ремонтирует компьютеры, телефоны, выучился вот на таком. И у нас еще два выпускника, которые мы вот буквально в том году их выпустили. Саша Горыныч и Андрюша Бузыла. Саша – это вот наши две такие гордости. Саша у нас идет на президентскую стипендию. Концерт для нас устроили самые маленькие. В этой группе деткам от 3 до 7 лет. Многие из них оказались в детском доме по той причине, что их родителей лишили права на воспитание. Сейчас для мальчиков и девочек семья – это их друзья-сверстники, воспитатели и учителя. А желания у всех воспитанников простые. Дети маленькие, поэтому на праздник хотят только одного – игрушек и внимания. Куколку, сказку, мастинку, туфли, вертолет на пульте управления. Ух ты! Капоновые ленты. С детским домом в поселке Новый 8 канал познакомился еще 1 июня. Акция, которую тогда организовал наш коллектив, называлась «От сердца к сердцу». Визит запомнился не только для нас. Для 14-летнего Женьки Юлия Брылева стала хорошим другом. Привет, Жека, мне подарок принес, дружище, спасибо. Спасибо, это очень дорогая для меня будет игрушка, я буду ее хранить. Спасибо. Я повешу ее на елку. Можно? Спасибо, дружище. И на этом добрые традиции от 8 канала не заканчиваются. Валерия Белоус, Станислав Лазебный. Новости на 8.